Вика, Вика, пожарим! Всем доброе утро! Светит солнышко, и, казалось бы, весна, но нет. И я сейчас, скорее всего, убьюсь. Мне на очки капнула какая-то хрень. Я, как всегда, опаздываю, а тут вот такое вот. Я не знаю, что делать. Но сегодня, я надеюсь, будет что-то немного интересное, поэтому оставайтесь со мной. Чтобы вы хоть немного понимали, что здесь происходит, дело в том, что мы снимали заявку на кастинг в сериал «Школа», и вот это и происходило, собственно говоря, вот в последующих моментах. Что-то очень странное, что-то очень непонятное. В общем, да, это мы. Лови ее, Вика, пожарим! Все заново. Раз, один, раз, один. Даже утки себя орут. Ты слишком часто появляешься в моих влогах. Я слишком часто появляюсь в твоей жизни. Ты понимаешь, если я упаду с фотоаппаратом из-за тебя? Ладно. Ребята. Знаешь, отошла. Блин, ты что, ты что? Вика мне рассказала. Красивые их очень какие-то. И второй, другой блок. Она говорит, он такой, понос. Я такая, что понос? Ну он понос. Может, это и выглядит не очень аппетитно, но это шикарно. Овсянка с фруктами на завтрак – это самое божественное, что только может быть. Итак, как же все успевать? Да, я знаю, что это странное местоположение, но все же. Каждый день ко мне приходит просто огромное количество запросов, вопросов от знакомых и незнакомых, от подписчиков, и не только о том, как же я все успеваю, потому что многие знают, что дни у меня загружены просто вот хай-энг, так сказать. И на самом деле никак, потому что 24 часа в сутках — это слишком мало, и мне кажется, это давно известный факт, и... Все, что я могу вам посоветовать, это займитесь планированием. Серьезно, я вот уже три года занимаюсь планированием. У меня 3 года уже есть ежедневник, которым я пользуюсь. Я каждый день туда что-то записываю, дополняю и так далее. И на самом деле это помогает. Я не могу сказать, что если ты начнешь вести ежедневник, то у тебя все начнет получаться, и ты все будешь успевать. Но на самом деле это оптимизирует время, и это очень хороший совет. Поэтому... Введите ежедневники и напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы видео про планирование, про ежедневник. Мне очень важен ваш фидбэк, поэтому жду вас в комментариях. Ну, а я, как всегда, опаздываю и беру вас с собой в этот очередной загруженный день, так что погнали! Итак, сейчас я бегу к репетитору, а потом у меня такой себе день красоты перед днем рождения. И сейчас бы надо бы не упасть бы, вот. Поэтому я вас беру с собой, я надеюсь, мне получится, может быть, что-нибудь снять. И мы посмотрим, как же я все успеваю, а потом мне вечерком еще и на тренировочку, и надо бы получить еще дополнительные. Я не знаю, как я это все успею, но вот так вот, да.
как же тут все-таки красиво. Обожаю это место. Вода отвратительная. Я забыла бахилы. Тут очень мокро. Я не знаю, как я дойду. Люблю свою жизнь. Да, не самый живописный фон, фокус, да. Но вы только посмотрите, какую красоту мы сделали. И просто вау, я довольна на миллиард процентов. И теперь буду красавицей. И теперь я поехала на бровки. Сделаем из вот этого что-нибудь симпатичное. Так что погнали. Ну все, я довольна. Не знаю, кому интересно, посмотрите ближе. Как на меня разница очевидна, но я просто на миллиард процентов довольна. Теперь красотка. И теперь я, наверное, даже забегу домой, может быть, что-нибудь перекушу, потому что я сегодня ничего не ела просто. Вот. И потом на танцы. Поэтому как-то так. Hello. Как вы видите, весна на дворе. И мы уже с семьей все отметили. Посидели. Кто заходил в историю, подписан в инстаграме, видел, как мы отмечали. А сейчас я еду поздравлять бабушку. И потом я еду к своей лучшей подруге. Потому что мы не виделись, наверное, месяц или больше. И не общались. Я безумно по ней соскучилась. Вот. Поэтому... Ой. Поэтому сейчас нужно купить цветочки бабушке. И на поезд. Так что вы со мной и погнали. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. С наступающим. Так, когда цветочки куплены, можно и на поезд. Главное не опоздать. А то это моя очень частая проблема, с которой надо бороться. А еще надо попытаться не упасть. Вот такие дела. Итак, я уже на месте, и я не знаю, как это получается, но у нас Таня, моя лучшая подруга, если кто не понял, так получается, что если у нас случаются какие-то проблемы и нагоразды, то они случаются в одно время, и поэтому, чтобы решить все эти проблемы, или хотя бы сгладить, или, так сказать, убрать след от мужских обид, как было сказано в одной шикарной песне, она очень старая, если кто-нибудь помнит, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А лучшее снятие стресса и решение проблем – это... Самое то. У тебя бывает задание. Я не решил самокритики, ты ведь знаешь. И... Ну зачем? Зачем так? Что его душевное... Обидно.